Добрый день, мои дорогие любимые подписчики! Рада всех, как всегда, приветствовать на своем канале. Меня зовут Жанна. Кто со мной дружит, продолжает дружить. Всем вам очень рада. Спасибо вам большое. Также жду новых подписчиков. Присоединяйтесь, ставьте лайки, ставьте уведомления на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Вот сделала небольшие покупочки, девочки, фикс-прайсики, забежала, прогулочку вчера снимала. Ничего у нас сильно нового такого не было. Ну вот, приступим. Очень много повторов. Купила вот такую баночку, несмотря на то, что все говорят, что вот они плохого качества. Видите, как бы, конечно, вот эти пятна, я еще ее даже не мыла, вот уже матовое это стекло. Говорят, вот эта пленочка матовая. Какая-то подписчица писала, что помыла в посудомойке. Ну понятно, такие вещи нежелательно мыть в посудомойке. Если бы ее просто помыть обыкновенно с горячей водой, с содой, то ничего страшного. Я вот уже одну разбила, две у меня есть, вот третью купила разменной разбитой. Очень мне нравится. Может, как-нибудь сниму там полочек обзор, хотя у меня там такие шкафчики уже не свеженькие, как-то не хочется снимать. Так, повторила вот такой подсвечник, он один, девочки, остался, я не удержалась, потому что он мне нужен будет для творчества. Потому что вот я уже даже купила вот такую птичку, и вот сюда ее приспособила, видите, очень даже как, да, вот можно даже делать композиции. Птичку я увидела у Олифея, он у меня, конечно, керамическая, такая шикарная, дорогая. Как бы мне что-то как бы жалко денег, но и не попалась просто она мне. В фикс-прайсе вот она продавалась вот на такой железной штучке. Я тут ее согнула, пыталась сделать что-то тут уже мастерить. Вот так она, девочки, вкручивается, прям вкручивается. Вот это вот даже место можно потом куда-то вытащить, что-то примастерить, как фонарик, вот как Олифея там, например, делал. Ну вот можно просто его так поставить на эти палочки, как бы. Но я вот что-то решила вот так вот ее сюда сделать или композицию какую-то делать. Она, девочки, тут еще поет. Но у меня, видимо, сели батарейки. Видимо, я вот что-то я там вроде проверила, вроде она пиликала. Я уже, конечно, не понесла назад. Знаете, с этими обменами как связываться. Ну вот здесь стоит такой вот индикатор. И на шум даже просто что-то скажешь или хлопнешь, и он и поет. У меня есть такой попугай поющий, он мне уже надоел, я вот его, кстати, все хочу вам показать. Поэтому мне вот это пение не актуально, но вот так для ребятишек, для сада, огорода. Я хочу на балкон себе поставить, такая милая птичка, они есть в разных цветах, в синих, желтых, сереньких. Есть головка повернута вот так прямо, а есть вот так в бок. Вот мне же так в бок прям понравилась, такая желтенькая птичка, очень неплохая. Птичка 53 рубля, подсвечник 77, это 99. Так. Купила я еще ангелочка, девочки, ну вот будем с ним мой обзор делать. Это новый ангелочек, буквально я его вчера тоже купила. У нас закрывается отдел, и там распродажа. Они были по 70 рублей, вот за 35, тут вот даже ценник написан, он мне обошелся. Ну вот это уже будет как бы считаться последним ангелом, ну вне очереди я его показала. Он идет с лампой, я назвала его ангелом света. Такой тут веночек, такие глазки голубые. Перышки. У меня, кстати, есть два подобных. Вот им в пару будет еще такая девочка. Красавица. Так, забежала, девочки, в Галамарт. Купила вот такие две подставочки. Вот они были. Опять перескочила на Галамарт. Вот в такой упаковочке. Набор подставок для яиц. Две штуки ножки. 5×4. Наше российское производство. Знаете, что я в последнее время увлеклась всем силиконом. Но это такая прелесть. Даже, девочки, можно хоть какую-то птичку подобную опять вот так же ставить для композиции. Не только для яичек. Ну вот я уже яичко сюда. У меня такое пластмассовое есть одно. Приспособила. Вот. Так, 39 рублей или 49 это стоило. 49, 39, по-моему, это было бы очень мало. Так, в Галамарте я больше, по-моему, ничего делала. А нет, у девочки купила в Галамарте вот такую подставочку под полотенце. Я, по-моему, кого-то видела. Она, конечно, очень тонюсенькая такая. Вот видите, видно. Но за 55 рублей это вполне нормально. Мне понравилось. У меня есть. Над раковиной висит. А вот так бывает, где-то что-то готовишь. Вот полотенце бывает тоже надо. И нужно. И вот так, в принципе, оно, знаете, неплохо так отрывается. Очень легко. Мне это вот понравилось. Люблю, когда полотенца легко открываются, отрываются. Очень удобно. Повторила, девочки, вот такой коврик для DIY, еще что-то для чего-то, думаю, то смотрю, уже их разбирают. Вот, коврик тоже стоил 51 рубль. Купила колготочки Golden Lady 20 ден, сейчас уже тоненькие надо будет колготочки, ноги, что не загорелые, что я долго допоздна хожу в колготочках, вот пятерочку себе взяла. Тоненькие такие они, правда, без ластовицы, но усиленный носок. Колготочки, девочки, неплохие по качеству.
Так, купила вот такую пленочку. Все, хочу под шейби-шик найти, но так и нету нигде. Ну, думаю, какие-то тоже, может, DIY, поделочки буду делать. Тут такие фруктики. Тоже 51 пленка самоклеющая рубль стоила. Так, купила, привезли всевозможные девочки аромалампы. Вот слоники там в другом магазине были, я уже не успела, пока ходила, последнего слоника забрали. Хочу еще слоника. Были белые, белая у меня уже есть, но взяла вот такую голубую. Понравилась мне она, тоже 51 рубль. Так, а вот еще в Галамарте, короче, скачу, короче, сегодня что-то я туда-сюда. В Галамарте купила, там скидка была 49 рублей, у нас вот камушки по 55 рублей. Вот разные такие цветные и для композиции, и для рыбок моих там, я люблю менять им. Как бы вот этот, мне понравилось такое дело. Повторила еще опять я органайзер вот такой, у меня с мелкими делениями два, а такой вот один. И опять привезли их два штуки, видимо. Вчера был привоз, позавчера, я вчера только пошла, ну не удержалась, купила. Хотя шла, в принципе, совсем за другим. Я шла, девочки, за ажурными полочками, за подставками к телефону, за ручками, стилусами. Ну, ничего такого там не было. Может, думала, что-то еще к Пасхе для DIY будет. Чего не было. Да, в Галамарте еще купила за 39 вот такую красивую стрекозку. Это, правда, все было не по акции. По-моему, только вот эти зеленые подставочки были по акции. А это без акции было. Не дождалась я акции. Подставка для полотенца очень давно я хотела. Смотрю, цена недорогая. Привезли. Там были, конечно, толстые, по 100 рублей, и дороже, и по 70. Но вот это более-менее. Здесь такая булавочка, видите, можно ее прилеплять хоть куда-то. Очень удобно будет. Видела в обзорах у какой-то своей подписчицы. Там очень много всевозможных товаров для детей, конечно, привезли. Я еще пока вот стесняюсь снимать фикс прайс. Там у нас очень много девочки народу. Галамарт поснимаю, немножко покажу вам. И вот такое солнышко и ножка. Тоже хочу обмылки или мыло вот попробовать сделать. Это как бы мыло для ног, а это как бы такое для лица солнышко будет прикольное. Вот, решила такие вот сделать штучки. Думаю, мыло все равно можно варить, хоть они и для песка, не для продуктов, но мыло, думаю, ничего страшного. Купила, конечно же, два бонжурика себе. Вот, видела вам Анлики. Анечка, привет. Я уже не вытерпела, девочки, их потрескала. Вот вам оставила показать в разрезе. Очень вкусно. Напоминает тоже Тимми, прослоточка. Тут вот кто особенно любит шоколадный. Ну, тут вот снизу шоколад. Я вот не люблю, когда сильно шоколадом поливаю. Так много шоколада ем, поэтому пироженки люблю больше без шоколада. Но не удержалась, мои хорошие. Купила две штучки. По 10 чем-то они, по-моему, были. Чек вот тоже где-то лежит, но не принесла. Ну, вот такой небольшой обзорчик покупочек. В этот раз скромненький. Много там чего, конечно, привезли, мои хорошие, всякой всячины. Ну, как бы тратить деньги, как-то что-то вот мне уже жалко. И так я много трачу. Купила вот так, что такое самое, что дельное. Потому что буду надеяться, что еще привезут то, что я хочу. Может, поэтому не стала сильно тратить денежки. На этом с вами прощаюсь. Приятного всем просмотра. Пока-пока, ваша Жанна.